Я против того решения, которое было принято президентом Российской Федерации, и против тех действий, которые сегодня производятся на территории суверенного государства Украина. Я считаю то, что происходит, военным преступлением. А еще, пожалуйста, а те наши воины, солдаты, которые сейчас отдают наши жизни за то, чтобы мы здесь жили спокойно, наши дети росли, какая позиция вот к нашим погибшим воинам? У вас исходные данные ложные. На нашу страну никто не нападал, поэтому жизни они... Жизни? Нет, это про это, про это. И завтра никто бы не напал. Это просто то, что вам вот пропагандисты в голову вложили, потому что нет никакого, ни одного реального доказательства, что Украина готовилась нападать на нашу страну. Нету. Нету. Нету ни одного такого доказательства. Только, только голословные заявления. И нацистов там нету. Знаете, очень странно доказывать людям, что русскоязычный украинец еврейского происхождения может быть нацистом. Это что должно быть в голове, чтобы такое утверждать?